Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Доровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Ездить дороже. Решит ли проблемы перевозчиков повышение платы за проезд и как восприняли наценку пассажиры? Главная отрасль края. В какие районы региона отправились новые тракторы и автомобили в день работников сельского хозяйства? Закулисье волшебства. Как расшить костюм за 2 дня и зачем избушка Бабы-Яги в восточной сказке? Итак, в Барнауле все же поднимут цену на проезд в общественном транспорте. Автоперевозчики добились этого сегодня. Власти города на координационном совете по ценообразованию большинством голосов поддержали повышение стоимости проезда. Но причем некоторые категории граждан обещают в администрации разницу в цене не ощутят. Как это возможно, расскажет Анастасия Дороган. Дрос ладонь, рядом проклевывается другая. Вокруг колес ржарчина. Железо сгнило за 4 года. Водитель Андрей ремонтирует автобус постоянно, ставит заплаты. Позавчера менял двигатель старый на менее старый. Других вариантов нет. Запчастей нет, не ремонтируют. В основном. Практически не ремонтируют. Или привозят такие запчасти, которые... А ремонт какой требуется? Какой? Ремонт подвески, ремонт двигателя. Невооруженным взглядом необходимость ремонта видна, но по документам деньги на него в том числе выбивали 2 года. Сегодня в администрации Барнаула финальный разговор о тарифах. Задача чиновников – предотвратить волну возмущения пассажиров, перевозчиков – выжить. Расчетная себестоимость перевозки одного пассажира в 2019 году составила 23 рубля. Это без учета рентабельности. Столько же запросили автобусники, а владельцы маршрутных такси – 25. По мнению властей, себестоимость ниже, чем заявляют перевозчики, но с учетом плачевного положения в отрасли большинство все же одобрило рост цен. Но ощутят ли его? Ведь с января барнаульцы смогут выбирать тарифный план, считая свои поездки. И не превышать своих трат на проезд, уверяют разработчики, вполне реально. Предлагаем попробовать ввести единый проездной. Он будет у нас по 2 ценам идти. Значит, первый 400 рублей продаваться будет проездной билет. Хочу отметить, что стоимость одной поездки для купившего его будет составлять всего лишь 20 рублей. Пользователям электронного кошелька цену поднимут до 21 рубля. Для школьников и студентов введут безлимит. По мнению авторов, к концу следующего года 80% пассажиров перейдет на тот или иной проездной. То есть себестоимость проезда, опасаются перевозчики, опять сомнительно. Владельцы маршрутов просили власти на этот раз пересмотреть и тарифы льготников, чтобы не возить их за свой счет, как это нередко бывает. Мы еще и возим категории льготников, которые, к сожалению, не своевременно и не полностью нам компенсируются. К этому вопросу разработчики обещали вернуться через год, посчитав реальное число пассажиров и оценив эффективность системы новых проездных билетов. Впрочем, перевозчики предлагают обсуждать и поднимать тарифы ежегодно, ведь рост ГСМ съедает до 60% доходов. А самих горожан грядущее повышение уже, кажется, не пугает. На 3 копейки подорожание – это несущественно по сравнению с коммуналкой. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Новые автомобили, тракторы и денежные премии сегодня получили лучшие аграрии Алтайского края. В Барнауле отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И этот праздник без преувеличения касается почти половину жителей нашего региона. Ирина Корчагина продолжит. Когда-то Михаил Дружков был простым рабочим, потом дослужился до директора Быстрянского маслосырзавода. Всего же ветеран сельского хозяйства посвятил своей работе почти полвека. Никогда не жалели о своем выборе, что именно пошли по этому пути? Ну, в принципе, нет. Меня устраивает и профессия, и по сути, так сказать. Ну и все зависит от самого человека, вы сами знаете. Это как с душой относится, не с душой относится. И таких, как Михаил Дружков, в зале около 1000. Все труженики полей ферм. Комбайнеры, механизаторы, животноводы, руководители хозяйства из разных районов края. Их руками в этом году собрано более 5 миллионов тонн зерна, свыше 1 000 000 тонн молока, 900 тысяч тонн сахарной свеклы. И это несмотря на аномально холодную весну и режим ЧС по посевной. Более чем за 40 последних лет вот урожайность у нас в этом году самая высокая. То есть рекорд в этом на вопросе у нас поставлен.
На сцене чествуют семерых лауреатов губернаторской премии за верность профессии. У каждого рабочего трудовой стаж не менее 25 лет и высокая квалификация. Все они получили по 125 тысяч рублей. Десятки других работников сельского хозяйства удостоились государственных и краевых наград. Им вручили медали и нагрудные знаки, но и это еще не все. Лучшие аграрии Алтайского края сегодня уедут домой на новых автомобилях, всего их 21, но а 4 трактора отправятся в передовые хозяйства региона. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, наши новости. Всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус могут жители региона. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Алтайском крае начали проводить экспресс-тестирование на ВИЧ. Процедура абсолютно анонимная и бесплатная. Первая мобильная лаборатория открылась в Барнауле, и лишь за первый час тестирования проверку на ВИЧ прошли более 50 человек. В этом году таким экспресс-методом воспользовались порядка 3000 человек в регионе. 112 из них, увы, узнали о своем положительном ВИЧ-статусе. Сдать анализ людей побуждают разные мотивы. У кого-то действительно была ситуация риска, да, это незащищенные сексуальные контакты, как правило, люди обращаются, потому что они ходили к стоматологу, допустим, или они посещали салон, где делали маникюр или педикюр. Мобильная лаборатория будет работать в эту пятницу в Российской академии народного хозяйства. В Бийске пройти процедуру можно до 28 декабря в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом каждую среду и пятницу. А в Рубцовске акция пройдет с 4 по 6 декабря в клинико-диагностическом центре. Рекорд побит. В краевой столице проходит открытый региональный чемпионат молодых профессионалов World Skills. В нем участвует свыше 300 человек из разных уголков России и даже стран ближнего зарубежья. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. Наша съемочная группа сегодня побывала на ринге профессии и выяснила, какие специальности пользуются наивысшим спросом. Слово Валентине Аскеровой. Сельхозтехника Роман Натыс, 15 лет. Молодой человек мечтает пойти по стопам отца и создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Для этого получает профессию механика в Бийском колледже. Говорит, профессия востребована и приносит хороший доход. В конкурсе молодых профессионалов участвуют впервые. По условиям чемпионата ему нужно за 3 часа починить сломанный трактор. В своих силах Роман не сомневается. В 21 год каждую деталь этого красавца знает на зубок. Я хочу как бы занять первое место в дальнейшем. Еще раз куда-нибудь съездить, чтобы еще выше, то есть занять место. Показать себя, то есть на что и как я способен. На автомобиле легко можно погонять, здесь не погоняешь, то рабочая погоняешь. Тоже погоняешь? Погоняешь. Гоняли? Гоняли, конечно. До скольки разгонялись? 45 км в час. Это самая большая у него сила. С ветерком? Да. В чемпионате World Skills наш регион участвует уже 3 года подряд, но впервые количество зашкаливает больше 300 человек. Это школьники, студенты колледжей и ПТУ. Причем конкурсанты не только с Алтая, но и из разных регионов Сибири, а также Москвы, Краснодарского края и Республики Казахстан. Главная задача – доказать, кто из них лучше владеет рабочей профессией. К слову, в этом году представлено рекордное количество специальностей свыше 30 от сферы услуг до IT-технологий. У нас появились такие компетенции, которые мы никогда ранее не реализовывали. Но одна из них – вот ювелирное дело. Тоже очень интересное направление. Очень много айтишных новых направлений. Это и защита информации, веб-дизайн, и графический дизайн. Лучших мастеров своего дела выберут 1 декабря. Победители регионального этапа пройдут в полуфинал национального чемпионата молодых профессионалов. А кто выиграет и его, отправится на финальный конкурс и получит шанс попасть в национальную сборную страны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Самый многодневный и последний в этом году рождественский пост начался сегодня у православных верующих. Он продлится 40 дней и закончится традиционно в ночь с 6 на 7 января в Рождество Христово. В дни поста из меню исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Но главные ограничения касаются духовного. Верующие отказываются от развлечений, нельзя проводить свадьбы, венчания. И одним из самых тяжких грехов считается пьянство. Вино разрешается употреблять лишь в некоторые выходные. В театре чудеса могут происходить не только на сцене, но и за кулисами, а точнее в цехах декораторов и костюмеров. Сегодня сотрудники театра «Мускомедии» приоткрыли завесу тайны и рассказали о некоторых секретах подготовки к новогоднему спектаклю «Аладдин». По
Понять, где здесь главные герои, пока под силу только режиссеру, но уже совсем скоро актеры окончательно перевоплотятся в Аладдина, принцессу, султана и визиря. Помогут им в этом сценические костюмы. Вот, например, клетчатые пиджаки «Стиляк». Ошибки в выборе наряда нет. Под Новый год театр презентует ремейк известной сказки с авторскими доработками. У нас шла сказка «Аладдин», такое название было в театре действительно, но ничего общего с этим спектаклем эта сказка не имеет. Наш «Аладдин» – это такой уже современный «Аладдин», который специально отправляется в прошлое, возвращается туда, вернее, чтобы навести там полный порядок. Но прежде полный порядок и строгое следование плану должно быть в работе костюмеров. На один наряд отводится всего пара дней. А ведь каждый узор на одежде – кропотливая, ручная работа. Всего около 200 костюмов. Не менее жаркая обстановка и в бутафорском цехе, где сейчас создают головной убор для самого Аладдина. Совсем скоро это маленькое помещение будет заполнено реквизитом. Уже готовы короны для принцессы. Каждую украшали также не более 2 дней. В ход идет все. Быстрее, когда надо. Вот строительный материал идет. У нас идет в ход все. Нас со всего театра приносят нам ненужные вещи какие-то, отдают. Мы из них что-то делаем. Стройка в избушке Бабы-Яги в самом разгаре. Хозяйке из русской сказки придется уступить место персонажа Аладдина. Домик послужит рабочим материалом для новой постановки. Нам делают, значит, плоскости какие-то, декорации жесткие. Вот. А мы уже подготавливаем поверхность, грунтуем для начала, ну и потом расписываем, соответственно. Сдать все декорации и костюмы необходимо за неделю до премьеры, которая назначена на 16 декабря. И если нам такие сроки кажутся невыполнимыми, то сами мастера лишь скромно пожимают плечами. Для них это привычное дело – создавать на сцене настоящее волшебство. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Николай Шилко. Наши новости. И один в поле воин. Нашим новостям стало известно имя единственного спортсмена, который претендует на поездку в Красноярск на Всемирную универсиаду. Лыжница Яна Кирпиченко, возможно, окажется в составе сборной России. О спорте Кирилл Политов. Студентка-лыжница, да и просто красавица Яна Кирпиченко сейчас вкатывается в сезон. Не так давно наша землячка взяла старт на одном из этапов Кубка мира. Турнир завершился в горнолыжном курорте Рюке в Финляндии. По итогам забегов классическим стилем Яна прибежала 33-й. Это позже на 2,5 минуты от норвежки Терезы Йохаук. Как говорят эксперты, это только начало. К лучшей форме россиянка готовится. Именно Яна, по нашей информации, сейчас главный претендент на включение в состав отечественной дружины, которая представит страну в марте на домашней универсиаде. Окончательное решение должны принять в Москве. 13 на двоих. Именно столько шайб набросали в ворота друг друга хоккеисты-юниоры из Кургана и Барнаульского Алтая. Вот только дружина Евгения Бакланова все же забросила на 3 больше. И результат встречи получается 8-5 в пользу Алтая. Юниор из Кургана сейчас один из ближайших преследователей наших земляков. Дело в том, что барнаульцы занимают 6-ю строчку, хозяева льда – 7-ю. В то же время у красно-синих больше сыгранных матчей – целых 4 встречи. Выходит, что ценность заработанных очков возрастает в разы. Все в том же Кургане запланирована вторая встреча между командами. После этого Алтай переедет в Орск, где их будет ждать аутсайдер лиги Южный Урал-Металлург. Барнаул ожидает триумф. Так называется новый зал, который откроет бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов. Там ждут детей, готовых заниматься борьбой и художественной гимнастикой. Торжественный запуск современного центра намечен на 1 декабря в торговом центре «Арена». Это будет уже третий подобный зал в крае, основанный знаменитым спортсменом. Один открыт в Бийске, другой в Барнауле. Кирилл Политов, наши новости. И традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Ноябрьский сюрприз. Плюсовая температура придет в крае в четверг. Около 0 ожидается в Камне, на Оби и Рубцовске. Плюс 2 градуса в Змеиногорске, Белокурихе и Славгороде. И до 3 тепла в Бийске. В Барнауле ночью минус 6 градусов, днем во второй половине дня потеплеет до плюс 3. Юго-западный умеренный ветер. Возможны порывы в течение дня. И почти везде возможен снег. Все новости к этому часу. 722-440. Звоните к нам в редакцию, сообщайте ваши новости. Хорошего настроения и до встречи в эфире.